сегодня хочу показать, как делают, как разделывают фрукты, которые называются папайя. Это типичное тропическое растение во многих странах, в Мексике, южной части Соединенных Штатов, все Карибские острова, ну и так далее. Ее сейчас распространили почти по всему миру, но настоящая ее родина — это здесь, в Южной Америке. Так вот, значит, как она выглядит, мы всегда покупаем много, когда она по хорошей цене. Обычно ее продают на паунд. Видите, они постепенно созревают. И сегодня я вам покажу, как мой муж быстренько с ней разделывает. Вот сейчас Орландо будет разрезать фотобомбу. А ну, покрути ее вокруг. Вот, вот такая фрутобомба, как видите. Из какой страны там написано? Какая она внутри, видите? Сейчас из нее будем вынимать семечки в мусор, прежде чем мы его порежем на кусочки. Вот так ложечкой очень просто и быстро вынимаются семечки. Видите, какая она спеленькая, красненькая, чистится очень быстро, а кушается еще быстрее. На завтрак это самое лучшее дело. Она очень хорошо для желудка с утра, потому что это фрукт не очень сладкий, и у него есть энзимы, которые называются папаин, которые способствуют хорошему пищеварению. Вот из него даже делают такие капсулы специальные, у кого проблемы с пищеварением. Вот так вот быстренько вынуть из него все косточки. Кстати, этой косточки очень легко прорастить. Вот, видите, вот это семечки такие у него. Они сочные вокруг. То, что внутри, видите, вот он ее раздавил, и весь сок вылез. Они вот такие как бы надутые шарики. Вот. И теперь дальше что мы делаем? Вот так отрезаем кожу. И отрезается весь то, что некрасиво смотрится, и остается только сочная мякоть. Так вот, завтрак готов. Из этого можно сделать молочный коктейль, это можно просто так кушать, ее можно заморозить, ну и все, что там у вас фантазии хватит, на что. Вот так вот это фрукт кушается, называется папайя, а на Кубе это называется фрутобомба или фрукт-бомба. В Доминиканской республике его называют лечоса. То есть у каждой страны свое собственное название, но всем оно известно больше как папайя.